Медитация для снятия тревоги длиною 5 минут. Сядьте, займите удобное положение. Пусть ваши ноги будут прямо упираться в пол. Их нельзя скрещивать, они должны быть ровно. Закройте глаза. Представьте, что высоко-высоко в космосе есть ваша личная звезда, ваш источник света и энергии. Представьте, что свет из звезды спускается вниз, заходит в вашу макушку, проходит через голову, шею, вдоль позвоночника и спускается вниз к центру Земли. Это ваш источник энергии. Визуализируйте это. Представляйте, что происходит таким образом. Сейчас представьте, что источник света усиливается, и в вас входит больше света, больше энергии. Представьте, что он усиливается и заполняет вашу голову. Обратите внимание, какого цвета этот свет. Визуализируйте его или серебряным, или золотым, или нежно-голубым, может быть, слегка желтым. Представьте какой-то приятный для вас свет. И вот этот источник света усиливается, проходит через вашу голову, вниз к центру Земли и вымывает из головы все тяжелые мысли. Вы прямо здесь и сейчас молодец. Вы делаете все, что можете, все, что в ваших силах. И лишняя тревога сейчас уходит вместе с этим светом вниз к центру Земли. Источник света еще усиливается и вымывает ниже из шеи все спазмы и блоки. Мышцы, которые сжимались, сейчас наполняются светом и расслабляются. Дальше источник света спускается ниже, вдоль плеч, по рукам стекает вниз к центру Земли и вымывает из вашего тела все напряжение. Усильте еще источник вашего света и представьте, как он стекает через грудную клетку, живот, спину и вымывает все лишнее, отжившее и ненужное из вашего тела. А те места, где были спазмы и напряжения, расслабляются. Еще усиливаем источник света, поток света становится сильнее, мощнее. Свет спускается вниз по ногам, вдоль бедер, колен, икр, вымывает из ног все напряжение и усталость. Почувствуйте, как из стоп выходит свет и спускается вниз к центру Земли. Почувствуйте, как ваши стопы стоят сейчас на поверхности. Вы сейчас устойчивы. У вас есть опора. Вы стоите, сидите на своих ногах, упираетесь в пол. Вы чувствуете землю. Усильте источник света и представьте, как все ваше тело заполнилось этим светом. Пусть прямо сейчас этот свет вымывает из вас всю лишнюю тревогу. Тревога нужна нам. Тревога нам помогает защищать себя. Но в тот момент, когда вы сделали все возможное, тревога может мешать. Помогите сейчас вашему телу обновиться энергетически. Пусть этот источник света вымывает всю лишнюю, отжившую энергию, вымывает все негативные мысли. Вы сейчас как труба, через которую проходит свет, энергия, и очищает вас, обновляет. Вы наполняетесь новым светом, ярким. Свет, в котором есть вера и надежда. Надежда на лучшее, любовь к жизни. Вера в то, что вы справитесь с любыми трудностями в этой жизни. Вам нужны сила и энергия. И этот источник света приносит вам силу и энергию, промывая ваше тело и освобождая от всего лишнего и ненужного. Сейчас сделайте, пожалуйста, глубокий вдох и выдох. И выходите из медитации, когда почувствуете, что вам достаточно. Просто открывайте глаза, скажите: «Я здесь и сейчас». Почувствуйте свои руки, почувствуйте стопы, которые стоят на поверхности.
И пусть эта энергия останется с вами и поможет вам пережить сложное время.